Sorry. Psych. Слушай, а можешь на камеру сказать, что я не гей? Просто никто мне не верит. А то постоянно жопка гей, запарили уже. Если это чертило сейчас на колени встанет, без Б скажу. Я встал на колени, скажешь им, что я не гей? Пожалуйста. Ребята, он не пидорас. Ну вот видите, Да он пиздобол. Ребята, он мне за это заплатил. Да хватит, я реально не гей. Ребята, это было сказано за деньги. Ребята, да это просто все ров, вы не верите. Он гомосек. Хочу предупредить всех сразу. Данный видеоролик максимально кринжовый. В предыдущей серии Жавка, простой парень из русской глубинки, прибыл в Казахстан на заработки вместе со своим временным владельцем Джемисоном Бондом. Чтобы понимали, я этому чертили отвалил лям тенге. Начало своего восхождения по карьерной лестнице Жабеныч решил делать закладок с ереванским шпаком. На протяжении суток он и его владелец ходили по Алмате и оставляли для подписчиков прошлогодний спайс. Одной такой закладочки, как уверяет сам Жабка, хватило бы, чтобы весь Казахстан кибенем финем скурить. А его эффект по действию сравним с самой дорогой в мире таблеткой Виагры для старпёр. Скажи же, стоит под нее нормально. Просто жесть, как хочу снять штаны и пойти шпилить все, что движется. Но что было дальше, вы узнаете прямо сейчас. Во второй серии больших приключений Жабеныча в Казахстане. Ой-ой-ой-ой. Приятного просмотра. Ой-ой-ой-ой. Всем салам алейкум, мои хорошие. Меня зовут Жабка Членов, и я прямо сейчас нахожусь в Алмате. Что мы тут сегодня будем делать? Мы будем подходить к пиздюкам и спрашивать, закладывают ли они спайс, и предложим им шпак. Пу! Так, я вижу двух пиздюков. Здорово, пиздюк. Чё, как сам? Да ничего, заебок. А ты кофейный. Охуенно. А вы знаете, кто я? Да вообще насрать. Я шпаком торгую. Ты под губу кидаешь? Не, я ж не ебанутый. Блин, чё, в натуре ни разу не кидал? Не, врата, не. Блин, а чё делать-то? Слышь, чё до него докопался, у меня спрашивают. Точняк, братишка, а твой друг закидывает? Да, я закидываю. Заебись. Ну чё, членов, ты продал, доставать пакетик, нет? 5 minutes later. Покажи своему братишке, от чего он отказывается, что шпак реально годный. Да, шпак вообще. Да, детка, да. Ну смотри, как круто, давай тоже попробуем. Не, братан, не, мамка еще отфигачит. Какая мамка, ё-моё! Какая мамка, братишка? Да она не любит все это. Ну окей, хер с тобой, он не знает, от чего отказывается. Вот ты, братишка, красавчик, а тебе хер. Вот если б как он купил у меня шпак, я б тебе пожал. Все, пацаны, я сваливаю. Чао! В комментариях под первым выпуском все спрашивают. И мне тоже это интересно. Ты пидорас? Я привык не отвечать на этот вопрос. Ну в сраку ты долбился? В сраку, да. Ну это ж заебись. На самом деле я привык считать, что один раз не пидорас. Мне просто многие говорят, да не, если раз всунул, все уже навсегда грязно. Ну что это один раз сунуть? Вот если постоянно на регулярной основе, тогда да, ну пидорас, да. Ну а так... Ну пацаны, напишите сами в комментах, как считаете. А пока давайте зададим ему второй вопрос. Твои родные знают, что ты пидораст? Нет, они об этом не знают. Так значит он все-таки пидораст. Я еще раз вам повторяю, я считаю, один раз не пидераст. Йоу, а я продолжаю ходить по Казахстану и докапываться до детей. Я уже нашел следующего малыша. Короче, ты знаешь, кто я? Ну да. И кто я? Черт обоссан. Значит, я черт, да? Ну да, черт. А если я сейчас возьму тебе свертухи в еблету и башу? Да заебешься. Уверен? Короче, я тебе клянусь. Или ты сейчас извиняешься, или тебе свертухи переебу. Я не посмотрю, что ты какой-то там пиздюк. Слышь, чмо, Абдурозика знаешь? Вот я такой. Абдурозик? Это тот, который боец, что ли, ММА? Ну да, да, ММА. А, ну тогда окей, все нормально, бро. Братик, я надеюсь, все нормально, вопрос закрытый. Ну не сердись на меня, окей? Слушайте, извините, что вас прерываю. Что такое? Можно я вас обниму? О, конечно, давай на камеру, чтобы они наконец-то убедились, что я не гей. Малая, ща я к тебе подойду, сейчас пиздюком вопрос решу здесь. Ну вопрос решен, не? Не, нихуя. Да не, братишка, я не хотел тебя обидеть. Пойми, пожалуйста. Перейбу тебя сейчас, ебли, ты пойму. Но если тебя это успокоит, хорошо. Ща мы камеру выключаем, и мы квиты, окей? Ну блин, ну окей, подставляй, еблет. Ну все, мы с тобой решили вопрос. Да, решили, я съебался отсюда. То есть ты хочешь сказать, если я один раз, то все, я сразу пидерас, да? Ну конечно! То есть теперь я для вас гей? Ну да. Может я что-то не понимаю? Но... Окей. Ну вот. Видишь, это не так было трудно. Че сразу-то не признался? Ну, вы должны же понимать, что это как бы... Стыдно немножко признаться всем, что я того. Руку убери, пидорас. Как давно ты закидываешь под губу? Братишка, я не знаю, о чем ты говоришь, какая губа. Так ты же только что сам... Ну слушай, крашеный, я тебе сейчас так скажу. Как ты мне скажешь, как? Ну вот, ребят, он только что перед камерой... Говори как есть.
Брат, я тебе сейчас так скажу, что ты последний зуб потеряешь. Уверен? Я-то как раз-таки, братюнь, уверен. Ага. Секу так, что будешь лететь перед этим кувыркаться. Мне кажется, он не врет. Ладно, братишка, извини, что до тебя докопался, я тебе верю. Беги пока можешь, сука. Оператор, оператор, давай за мной. Смотри, что этот долбоёб делает. Машину обоссал. Я попросил его там закладку оставить. Прихожу, он на машину садится. Вот на той улице должен был закладку оставить. Короче, пацаны, раз этот дебил не может справиться с такой простой задачей, буду делать все сам. Итак, ребят, смотрите внимательно, где будет шпак. Так, давай бегом-бегом, чтобы нас мусора с тобой не приняли. Бегом-бегом-бегом. Вот, короче, пацаны, шпак. Я его заложу вот сюда. Правда, здесь нихера не видно, но я думаю, вы разберетесь. Вот он тут вот лежит. Оператор, сними, чтобы было видно. Вот тут за камнем. Ребята, отвечаю, шпак качественный. Если вы не верите моим словам, посмотрите на идиота справа. На жабку. Неважно, короче, он целый день под этим шпаком вставляет, пипец. Малай, я тебя люблю. Ребята, он какой-то ебанутый. Пипец, я под шпаком. Малай, зацени бицуху. Клянусь, у меня ее удах такой. Он не врет, я видел. Ребят, я хз, кто это такие, но не смешные. Как тебе этот мужчина? Ну, не знаю. Нравится? Не-не, но симпатичный. Ну, блин, братишка, ну он не в моем вкусе, я же не гей, я же девчонка. Да он красавчик. Ну да, такой симпот. Ну окей, представь теперь, что ты гей. Как он тебе? Ну, если бы я была геем, то да, наверное, все-таки он красавчик. Я же говорю, он красавчик. О, смотри, эта жабка садится. Зацени, как заходит. Нормально. Короче, я решил этим пацанам бесплатно отдать шпак. Но только если они сядут на эту бутылку. Короче, пацаны, я вам... Ребята, отвечаю, это изи! Да-да, он только что на ней сидел. Поэтому, пацаны, не стесняйтесь, все нормально. Уже проверено, все безопасно. Вот бутылка. Я сейчас ее ставлю вот сюда. И вам нужно на нее сесть. Учтите, это без смазки. Готовы? Ну да. Да, изи. Окей, погнали. Ты первый, братюнь. Прямо за моей спиной есть очень яркая желтая труба. Следующая закладочка с качественным ереванским шпаком будет вот здесь. Вот в этой вот трубе. Я вас, ребята, уверяю, что этот шпак... Да, шпак крутой. Этот шпак самый крутой. Ну а вы думаете, почему его так целый день пидорасит? Он его закидывает утром, днем и вечером. На самом деле, мне пиздец уже с ним стыдно ходить. Уйди от девчонки, извращенец. Малай, он просто под шпаком. Я вообще не понимаю, подошел, да ебал. Да тихо, я не хотел никого. Ребята, я не гей, говорю еще раз. Я просто под шпаком. Это он мне дал этот шпак. Но шпак реально мужик-то красивый. Нет, он красавчик. А это ты что ли? Он на тебя похож? Наверное, я даже не знаю. Наверное, да. Ну слушай, ну он ничего такой, я бы с ним затусила. Да я тебе отвечаю, нет, у меня, не-не, я отвечаю, мы измеряли. Короче, я забираю эту малую. Пшу вон! Все, Вань, давай. Я уезжаю с ним, а ты иди отсюда, глиномес. Я тебе сказала съебаться отсюда. Конченый. Она меня обзывает. А что ты обижаешься на меня? Ты конченый. Алло, зоопарк. Заберите его. Не надо. Короче, эту малую я решил забрать с нами. Ты готова, детка? Да. Я пикап-мастер, учитесь нахер. Учитесь! А четвертый это кто? Что за чертила? А это... Давай, а это жабка себе цепанул. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой.